Hela. Hela. Обломки приведут меня к арене. Надеюсь, меня никто не заметит. Это же Скура. Парнава рассказывал об арене. Нужно сходить туда. Я устал. Ничего, только ветер. Именно. Ничего. Да. Говорят, даже отсюда слышен... Жажда? Битвы на арене, Мистий. Жизнь... Алексио, записка привела меня сюда, к тебе. На арену созывались...
Эти стены давно не содрогались, и обретешь невероятные... Я заставлю арену. Славно. Расскажи мне о других бойцах. Новым участникам позволено выбрать против... Ясно. Претендентов пока пятеро. Расскажи мне о Бори. Она здесь уже... Как и многое. Да. Теперь всех привлекают лишь драхмы. Я и мой клинок готовы. Выбери противника. Сражусь с царем разбойников. Начнем. Слышишь? Ты неплохо справился. Ты не смотрел? Я давно не хожу на арену смотреть бои. Но если толпа так шумит, возможно... Ну, разумеется. Может, те истории... Скоро. Мион. А, Мистий. Я сразу... Дай знать Скури, если за... Выбери против... Зарежу Белоса, как дикую свинью. Хотите лучше? Еще? Ah!
Выпотрошу тебя! Твой клинок, копье, напоминает мне о прошлом, о персах. Это копье убило много, как и я. Ты воевал против персов. Верно. Поведай об этом. Было тяжело. Персы — грозные противники. Единая Греция. Верно. А возвращение с войны было еще хуже войны. Как проходили бои в те... Тогда ценились честь и героизм. Мой клинок. Как же тебе удалось стать героем арены? Я выжил. Мне пора. Ты показал себя истинно. Спасибо. Чем могу помочь?
Приходи еще.
Выбери противника. Я поохочусь на Иванту. Еще? Воин на арене не имеет других привилегий, кроме гордости. У меня есть близкие, люди, которые мне до... И, конечно, у тебя есть друзья, воин... Были. Что случилось? Я герой арены. Воин номер... А как же твоя семья? Моя милая Анаия. Впервые взяв ее на руки, я понял, что не смогу больше... Давно это было? Давно. Расспрашивать не буду. Я тебе завидую. Выбери против... Сегодня я обрушу Афинскую гору. Хватит!
Я отправлю тех, кто противится нам, к вратам Аида. Веди меня, Космос! Выбери против... Пора бы свергнуть Василиса с его трона. Хотите лучше? Что ж, начнем. Yeah.
Поздравляю, Мистий. Ты оправдал наши с Мионом ожидания. Ты обречен на величие. Спасибо. Что ж, Мистий, я ухожу. Довольно я прожил у ворот арены. Нужно идти дальше. Куда ты направишься? Что будешь делать? Хочу прожить жизнь лучше, чем сейчас. Увидишься с дочерью? С моей Анаией, да. Думаю, увижусь. Надеюсь, мы еще встретимся. Зачем покидать арену сейчас? Из-за тебя, Мистий. Я наконец увидел, как ты сражаешься. И когда в последний раз ты смотрел бой? Давно. Но я рад, что вернулся. Ты разбудил во мне давно забытые чувства. Понимаю, друг. Друг? Не старик? Не старик. Друг. И прежде чем я уйду, я назначил еще один бой. Лучший воин, которого видела Греция. Будет нелегко. Но ты же знаешь, легко на арене не бывает. Ты примешь бой? Хорошо. Фу! Хочешь с кем-то сразиться на арене? Я ухожу. Ну ладно. Хочешь сразиться? Я буду биться с загадочным противником. Скура сказал, за него болеют даже боги. Ура! Посмотри вокруг. Ощути это. Вся моя жизнь вела к этому мгновению. Война, битвы на арене, моя дочь Анаия и ты. Ты, Мистий. Зачем этот бой? Я снова живу. Благодаря тебе я снова живу. А как же твоя дочь? Подумай о ней! Я постоянно о ней думаю, Мистий. Особенно сейчас. Одумайся! Ты не понимаешь, что делаешь, Скура! Нет, я все понимаю. Ты будешь со мной сражаться, Мистий? Или же я просто зарежу тебя? Нет, друг. Мы не будем драться! Тогда приготовься к смерти! Ха-ха!
Неплохо для старика. Неплохо для старика. Совсем неплохо. Так и думал. Как же твоя дочь, Анаия? Анаия мертва. Уже 9 лет. Ты хотел встретиться с ней так? Я боялся, что она увидит меня таким. Жалким и никчемным стариком. Но благодаря тебе я понял, что могу предстать перед ней другим. Прийти к ней героем арены. Она будет гордиться мной. Конечно. И я горжусь. Я расскажу ей о новом герое арены, благородном воине. Спасибо, друг. Спокойно здесь, да? Все мы мечтаем их обрести. Почет и покой. Как их заслужить? Покой и уважение. За нас должны говорить поступки. Они, то, что остается после нас, важнее всего, какими нас запомнят. Каким ты запомнишь Скуру? Я запомню его таким, каким он был. Героем арены. И другом. Толпа не знает отдыха. Вернешься со мной обратно на арену? Пойдем.